вижу спутник, 11 мая 2000. 20-й год, Харьков, вижу Юпитер. Справа должен быть Каллиста. О, вижу слева. Два спутника четко вижу. Отлично. Каллиста не вижу, Европу вижу справа от Юпитера, полосы великолепно вижу. Слева. Все очень неплохо. Каллиста, Юпитер. Самый левый Ганимед, в общем. Просто великолепно полосы видно. Вообще. 11 мая 2020 год. Харьков, 4:37 по Киеву. Ну, Каллиста самый бледненький, конечно, его потому не видно. Супер, вообще супер. 701 миллион километров до Юпитера. Надежд уже Сатурн увидеть никаких нет, но и так его сегодня сняли. Неплохо, я бы так сказал. Ну, сейчас резкостью поигралось. Да не, ну, наверное, так как было, лучше всего и было. Да, ладно. Ладно, спасибо Юпитеру, посмотрим на Луну и, думаю, на этом закончим. Да куда ж ты убежал от? Ты представляешь? Сейчас вползет. Никуда не денется. Помаленьку. Так, да, неплохо получилось.
Да и Сатурн, в общем-то, до этого дублем снял отдельно. Хорошо было. И даже очень. Сейчас посмотрю на компьютере, как это все выглядит. Все плывет, колеблется, поднимаются внутренние слои. МКС даже пытался снять, как всегда. Пролетал по кадру, как сумасшедший. О, Аристарх, с добрым утром. Так. Так-с. Что? Попробовать еще ради интереса навестись на Юпитер, раз уже все так красиво получилось. Не, уже. Резкость крути, не крути. О! О! Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, какая красота вообще. Нет, так четко еще не получалось снять этого 100%. Елка четвертая, не вижу спутника. Перебор, да. Попробуй на него попасть еще. Не уже.
Ну ладно, лучший враг хорошего, что называется. Четыре сорок пять по Киеву.